Завершился турнир в Рязани. На фестивале «Все сюда». С нами игрок, который занял третье место, Всеволод Терещенко. Привет, Всеволод. Расскажи, как для тебя прошел турнир, какие эмоции, какие ощущения? Приветствую. Турнир прошел нормально. Эмоции исключительно положительные. Вот. Ну, в общем-то, все. Ты очень расстроен. Расскажи, ну, что не получилось? Почему занял только третье место? Ну, к сожалению, в матче в сетке лузеров в финале немножко не повезло. Повезло сопернику. Ничего страшного, двигаемся дальше. Какие планы на будущее? Как вообще развиваешься в киберфутболе? Что нового, может быть, в последнее время? Да, планов много. Части на Кубке России, части на других турнирах. Лига Про Мажор также. Что, также Фиджитал. В общем-то, планы есть. Вот. Так и развиваемся. И также стримы всякие. Ну, в общем, медиа-развитие. Где можно узнать про твою медиа-активность? В телеграм-канале, в ВКонтакте. Ну, в общем-то, там посты выходят, когда запускаю стримы. Ты сказал про фиджитал футбол, как я понял. Расскажи немножко о том, как ты участвуешь, ну и в целом, как ты связан с этим направлением, с новым видом футбола. Ну, еще буквально неделю назад вообще никак не связан был, кроме того, что у меня там знакомые участвовали. Вот, но неделю назад пригласили в команду на Фиджитал. Вот. Мой тиммейт стоит, Владимир Зайцев, по Фиджиталу. Ну, в общем-то, пока все, что мог сказать, сказал. Вы начали играть уже в реальный футбол? Тренируетесь? Нет, мы будем как киберспортсмены. Ну, я думаю, я выйду в матче каком-нибудь. Где ближайший турнир, когда вас можно увидеть? В середине августа в Лужниках будет. Отбора на фиджитал. Вот. Надеемся, вам там повезет, и вы сможете показать наилучшую игру. Ну и спасибо тебе еще раз за участие, и удачи тебе на следующих турнирах. Спасибо, вам тоже.